Киева. Прямой контакт. ДФМ. Спонсор погоды «Чек и Чип». Сеть по ремонту автоэлектрики и автоэлектроники. Где прошиться? Где прошиться? Где прошиться? Где прошиться? Где-где? В «Чек и Чип», конечно же. «Чип-тюнинг». Отключение катализатора, кислородного датчика. На левом и на правом берегу. «Чек и Чип». 2-1-2-3-4-5-6. Сайт checkichip.rf. О погоде. По данным синоптиков, завтра в Новосибирске будет ясно. Ветер переменный, будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8, плюс 10, днем 21-23 градуса со знаком плюс. Для выпуска использованы данные западносибирского гидромета. www.meteo-nso.ru Лето на DFM.